как правильно пацаны говорят, чтобы не это самое, от земли не отрывалось, локоточки на ноготочки, все, ку. Сегодня будем делать что? Берем такой хомут, его освобождаем. Освободим хомут. Слушай, ты расскажи людям, зачем ты забрался на крышу? А что не сделаешь за спиртное? Вон мачта. Сейчас мы на нее антенну. Чепадых, кабель вниз. И подождите. Один кабель или два? Один. Один. Вниз туда тыдых. Интернет там не будет, но будет связь. Интернет тоже она будет. Да? Я что-то сомневаюсь. Мы находимся на крыше здания. Исторического. Да, на высоте 3,5 этажа. Здесь вот низина. И вы не подумайте, что мы сюда приперлись сделать интернет. Сюда приперлись сделать связь. Усиление сотовой связи. Поставим вот такую трубку. Вот там вот валяется прибор. Аринс 3. Какой-то. ТГР-3 просто валяется. Кстати, с сумочкой фирменной. Покажем потом, что мы здесь имеем по эфиру. Импровизированный кронштейн. Покажи людям. Я думаю, он здесь. Ну, где-то, да, только, наверное, с другой стороны. Ну, можно там. На нем сейчас поставим, наверное, антенну. Скорее всего, поставим вот такой, потому что сигнал-то здесь, в принципе, хороший. Нам надо просто его пустить вниз. Нам надо по кругу. Внутри. Но для того, чтобы сигнал вниз пришел идеально ровный, мы поставим здесь цифровой репитер, двухдиапазонный. А те, кто скажет, что где у вас, ребята, кабель, мы скажем, без кабеля. Беспроводная технология. По Wi-Fi. По Wi-Fi. Называется по Wi-Fi. Павел Иванович вчера вот такую штуку сделал. Ну что такое сделал? Сделал крепление 27-го. Может, кто-то угадает, от чего это? Блин, нахуй ты сказал? Да, нормально. Она, стой, она вот так вот не лезет. Так, ну, можно, правильно, конечно, вот так просунуть. Но вот, все, и она сама стоит. Тут даже гайка не нужна. Это у нас такая тестовая антенна будет, независимая от рук. Скорее всего, ее и оставим. Нет смысла здесь ставить. Тут и так все хорошо, стены толстые. Панельки, да, тут просто нам нужно опустить сигнал в подвал. Ну, желательно, чтобы, соответственно, там был и интернет, и голосовая связь всех 5-6 операторов вместе с МВНО. Взявши. Знаешь, что наговорил сразу же, точно, наверное, на 200. Блять, какие на 200? Хоть на 10 лет не наговорил бы. На 10 лет это по-другому. Здравствуйте, дорогие подписчики. Как вы думаете? И поехал. Давайте. Вещайте. В общем, Павел Иванович установил кронштейн, установил антенну. Сейчас он вам все покажет. А потом мы вам все покажем, какой сигнал мы имеем. Проходите, Павел. Покажи людям, как ты это сделал. Ну, а что там сделано? Там он ничего хитрого. Один кронштейн так, там один снизу. Там ни хрена не видно. Давай покажем, что мы здесь имеем. Вот. Видишь? А теперь давай показывай, что ты имеешь. Ни хрена так, не видно. Ни хрена не видно. Так, ну давай, держи тогда ты ее. Давай, приборы. Ты держи камеру. Я буду показывать. Так. Держи. Так, руку чуть-чуть назад. Значит, здесь мы с вами видим на новом анализаторе ТГР-3 ценой в автомобиль. Здесь мы довольно видим ровную картину, но иногда мы видим небольшую просадку. Сейчас посмотрим по каждому оператору конкретно. 1800 МГц. Мы видим, что Теле2 у нас подсаживается, основная несущая. Вторая повыше идет. Но в принципе более-менее ровно. И мы посмотрим теперь 200 диапазон. Как он здесь у нас идет. Надеюсь, там все видно, потому что все очень здесь как-то не очень. Видно, что Билайн послабже идет. МТС посильнее. И самый сильный у нас Теле2. То есть на цифровом репитере мы сможем все это выровнять. Ну и соответственно вот такой вот вариант. Антенны, грибка здесь будет исполняться. Вышки какие-то находятся выше, какие-то находятся ниже. Вот там вот, я не знаю, видно их отсюда или нет, но они там есть. В общем-то, скажем как-то так. Ну и, соответственно, высота. Вот.
здесь. Ну а вы что скажете? Все прекрасно. Все очень больше, чем прекрасно. Там красно-белое, вон там. Вон там оно, вон там. 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 Там оно. Закончен установка сидра 1/2. Вот так вот он здесь загнут. На обед пойдем? На обед пойдем? Я ж не знаю, куда вы пойдете на обед. Ну как на обед? Я уже поймал, чтобы поесть. Показывай. Вон. Вон туда. Труп. Решетка не показывает. Как он туда попал, непонятно. А, ну все, установили, значит, антенну. Сидра 1/2. Натыкают. Замотали синей изолентой, без нее оно не работает. Такой толстый кабель, 16 миллиметров. И где-то потери на нем будет 1 дБ на 10 метрах, а у нас здесь как-никак приличная дистанция. Да, где-то с учетом ухода в подвал 15 метров, плюс там изгибы в подвале, и все. То есть вот хороший сигнал поступит у нас на репитер. Должен. Да, качественная вещь. Ну, что вы скажете? Еще она не моргает. А лампочку что-то еще не установили. Лампочку сверху красную. Вкручивается вот так, да. Лампочка красненькая, и все. Затянули кабель. Значит, 20 метров у нас 1/2 ушло. Здесь переходничок. Сейчас покажем, что у вас, что у нас здесь есть. Сейчас мы находимся в подвале на цокольном этаже. Вот возле окна. Смотрите, какие уровни сигнала. Это у нас 200. Вот такие вот. Соответственно, мы заходим внутрь помещения, а стены здесь. Но обратите внимание, какая толщина стены вот здесь вот и вот там вот. Стены здесь конкретные. Вот. Ну и, соответственно, вот мы находимся сугубо в подвале. Здесь мы с вами видим вот такой вот уровень сигнала. Можем посмотреть его на 1800 МГц. Что мы будем иметь? В общем-то, имеем мы здесь полную жопу. Поэтому здесь нужно было установить репитер здесь на грани шума. Ну и вот, соответственно, мы подключаем нашу внешнюю антенну. Сигнал вырос, но еще не докрутили просто разъем. Опа, вот. Видим. Вот наши сигналы, то, что приходит. Соответственно, это 1800, смотрим, 200. Здесь уже более, так скажем, подробно видно, что где-то какие-то, то есть Билайн видно просажен относительно того же Теле2 и относительно того же МТС. То есть мегафон вот тоже чуть ниже идет. Вот чуть подровняем их. Продолжаем разговор. Внимание, говорит, на доску. Там нарисован фиг вам. Ходи ближе, давай смотри. Сейчас покажем. Ну, показывай свой телефон. Вот мой телефон. Говорит, Билайн одно деление. Билайн говорит. Ну, это отражение. Ловится. Ну, как ловится? Позвонить, чтобы позвонить, проблемы. Ну, вот. А мегафон говорит, вообще сети нету. Ну и, соответственно, анализатор спектра на 3G мы ничего с вами не наблюдаем. В 1800 та же самая картина. Значит, вот стоит у нас вот такая вот антенка здесь, которая закрывает, ну, так скажем, вот это вот все помещение вместе с входом. Ну и там вот есть еще помещение какое-то. Стены здесь фанерные, поэтому все будет прекрасно работать. Вот очень интересные картины. Можно наблюдать. Ну что ж, Павел Иванович, идите включайте.
Ты там, он единственный там был этот шнурик такого, розеточку разберешься. Давай быстрее, потому что мы должны это все пронаблюдать сразу же на ретроспектора. Усилитель здесь недалеко, на самом деле. Значит, у нас там стоит усилитель, сейчас все покажем. Делитель одна, вторая. И, в принципе, где-то от усилителя еще где-то, наверное, метров по... Ну, где-то около 8, наверное, 10, 5 ДФБ идет. Включил? Долго включается, да? Вставил, да? Да. А что нет сигнала? Ты что? О, фантастика. Ну там, да, мозги, короче, отработали. Ну и вот мы, соответственно, сразу видим с вами здесь LTE, Теле2. Мобильный интернет. Да. Видим на мегафоне 4G полная шкала. Давайте сразу сделаем, ну, так скажем, спидоносца, не отходя от кассы. Это LTE 1800. Ну, скорость, как бы, вот сами видите, через репитер обычно и не очень, хотя в центре города мы находимся. Вот так вот. То есть мы не рекомендуем никогда использовать LTE для усиления интернета. Ставьте антенны. Все, что в наших других видео. Смотрите, какой обратный канал, разница. Вот как так оно. Так, ну и сейчас давайте. Слушай, а ты померяй скорость. На чем? На интернете, на Билайне, на своем. Так, ну и посмотрим 3G тогда. Вот. Так, вот видите, что-то вообще перестало мериться. 3G мы, как вам и показывали ранее, выровняли. Сигналы хорошие. Ну вот что-то вот видите. Ну это LTE. Вот так вот он работает. Может быть здесь, конечно, 1800 перегружено. Что скорее всего. Как будто нахуй разводишь, нет тут ничего. Покажи. Че у тебя? На чем тебе не работает? Развод. Опять Рома с Пашей всех нахуй развели. Ну давай позвони мне, что ли. Посмотрим, как это работает. Если у меня бугл только есть, связи тут нету. Давай попробуем. Рома Вай. Набираю. Набирай. Набираю. Там говорит, хуй его. Гудок прошел. Ну возьми трубку, ёпта. Ну давай. Как оно? Ахалай, Махалай. Как мы проверяем связь? Отойди в сторону. Кого? 1, 2, 3, 4, 5. 300. Нормально. 150 плюс 150. Всё 300. Всё по 300. Ну, в принципе, нормальная связь есть. Все. А чуть интернет-то не работает. Ну, и вот смотрите, голос у нас пошел, был в 3G. Я еще не оплачен. Да, и свалился опять в четверочку. А, у тебя интернет? Конечно, идет ты. Блин, кого ты нахуй слушаешь? Так а что ты сказал бы Степаном, тебе денег кинул с Олегом? Посмотри, откуда у меня деньги? Откуда у него деньги? Дайте стакан! Ну, короче говоря, вот, в принципе, репитер работает. Сигналы выровнены, все прекрасно. Сейчас мы вам покажем другое место. Ну вот, значит, смотрим, установлен репитер. В эксплуатации вот имеет он два кабеля, да, это неудобно, один из дешевых, но оптимальный такой вариантик. Есть индикация снизу. Все нормально, никаких плохих индикаций нету. Ну и, в общем-то, как обещали, покажем управление. Не знаю, насколько это будет все видно. Смотрим. Значит, подключаемся к какому-то из портов. Считываем
понимаем, что мы подключились на 3G, видим частоты, видим выходные мощности, входные уровни сигнала, исходящие сигналы. Можем посмотреть, нет ли каких проблем, нету проблем. Можно посмотреть в авторежиме, как идет мощность с репитера. Ну, в среднем выставили вот так вот. Значит, теперь отсоединяемся, переходим на 1800. Коннектимся, подцепляемся. Ой, не показал вам, но тут все сверху происходило. Вот здесь вот выбор идет, да? Ну и, соответственно, здесь мы видим частоты, полосы, какие нам нужны. Мощь, выходную мощность можем выставить, можем уменьшить выходную мощность. Усиление в обратной стороне, выходная мощность. Смотрим, все нормально. Здесь примерно так же можно посмотреть в авторежиме. Сейчас вам увеличим. Ну, в среднем нормально. Звонки идут, все работает. Здесь у нас установлен, значит, вот фидер приходит, да? Небольшой кусочек кабеля. Сейчас еще закрепим здесь делитель на 2. Дистанции до кабелей примерно одинаковые, там 8-10 метров 5 ДВБ, поэтому, в принципе, мы выходную мощность сюда имеем где-то 40 милливатт. Дальше, ну, потом мы теряем где-то 3 дБ на делителе, еще порядка 3 дБ на кабеле. И, в принципе, нормально. То есть репитер не в перегрузке, так скажем. Хороший аппарат. Всегда, если оператор, самое главное, может изменить, что-то пойдет не так, всегда можно прийти и откорректировать. Откорректировать усиление всех операторов. В общем-то и закончено усиление сотовой связи. Вот можем понаблюдать антенку наверху, установленная. Кабель идет вниз по шахтам и там углубляется, и, соответственно, все это там расходится по дому. Поехали, бухать пора. Все? Фу, тяжелый день.